Всем здорово! Сегодня мы будем обозревать жесткий стол, короче, высоконанотехнологичный, там, короче, из стружки самой акации, короче, титанического сплава, я уже не знаю, как я мог до такого додуматься, но, в общем... Такая вот красотень приехала и... Тьфу, блядь, приехала, пришла на... Так, если считать... 4 человека, то сколько там ног выходит? 8 ног, да, 8 ног притащила, короче, это все дело. Сказала, вот, короче, на тебе. Ты намыл на стол, ну и на коврик, соответственно, вы сами видите, коврик, как моя рука, прям, блядь, с моими отпечатками. Сука, еще сейчас, блядь, взломают мои карты, блядь. Мои козыри, в общем. Ну, а коврик, я так понял, они тоже догадались, потому что я тут уже начинаю его впихивать не туда, куда надо, свои грязные руки. Ну, для этого я еще взял перчатку, не знаю, натянули ее вообще одной рукой. Блять. Блять. Ну, в общем, как-то так, да. И, ну, и стол, соответственно, я наныл. И, типа, ну, вы понимаете, это просто какая-то порнография выходит, 18+, я надеюсь, меня не забанят за такой контент, который я сейчас демонстрирую. А тут же ты попробуй так сделать. Типа он жесткий, мощный. Сделан, кстати, своими руками. Ой, не моими руками, но, короче, руками сделан. Типа никакими машинами. Роботы сосать. Я пытаюсь факт показать. Роботы сосать. Люди, конечно же, ну, самые умные, самые жесткие. Ну, в общем, да, так что это сделано руками, никаким роботом. Это да. Это главное. Так, что я хотел еще. Ну, в общем. Коврик у нас подключается, еще светится. Ну, даже, видите, бренд. Писюн. Ну, как раз. Прям как мое имя. Ну, в общем, такое это не особо важно. Нужно продемонстрировать, как это все будет выглядеть. Конечно же, мы каким-то образом пытаемся взять наш... macOS. Блять. Ой, блядь, поставили свой... macOS. Надо же еще мышка, клавиатура. Ну, чтобы было, как говорится... Все красиво, блядь. Так, раз. Два. Ой, простите. Так, а где, блядь, кнопка? Сука, нету кнопки, ладно, хуй с ней. Ну и, соответственно, технологии будущего. Пионер. Как вы видите, пионер. В общем, надо этот пионер как-то... хуярит. Ну, я просто не понял, зачем вот эта хуйня, я понял, зачем вот это, в общем, самая нижняя полка, это для Xbox One XS Scorpions XXL какой-то там, сюда можно две плойки пятые поставить, а сюда радио, ну, обязательно радио, это без него, блядь, жить я не могу, в общем, вот эту хуйню я думаю, я не знаю, ну, я смотрю, тут дырка какая-то, короче, я такой думаю, ну, давайте поставим, видите, как все идеально становится, я сам в шоке, типа, в общем, спасибо, всем спасибо за данный шедевр. Бля, я же вздыхаю. Нахуй, как же жарко, блядь, в этом аду. В общем, спасибо, всем удачи. Вряд ли вы закажете такой же стол, лимитированная версия, special for... Писюн. В общем, всем удачи, всем спасибо.